Привет! Сегодня рассмотрим машинку Andi Slimline Pro Li с артикулом 32445. Эту машинку вы можете купить на сайте zefsus.com. Ссылку укажу под видео. Давайте посмотрим, что входит в комплект. Вкратце расскажу характеристики машинки. В комплекте у нас идет сопроводительная документация. Как я посмотрел, на русском языке нету, есть только на английском языке и на других языках. В комплекте у нас идет док-станция. Он выглядит вот таким образом. А также у нас идет масло для ножевого блока, щеточка для чистки ножевого блока. Сама машинка, он выглядит вот таким образом. Чуть позже я расскажу. В комплекте идет зарядка. В чем плюс машинки? То, что вы можете напрямую подключить на зарядку, а также можете от базы заряжать. Поставили. И вот в комплекте идет 4 насадки. Вот на коробке указано 1,5, 3, 6, 10 миллиметров. Я им поближе покажу, как они выглядят. Вот таким образом они выглядят. Давайте я его одену. Зашелкивается за ножевым блоком. Очень легко одевается, никакой сложности нету. У нас идет очень много переходников под разные розетки. Я сразу уже одел. Снимается он очень легко. Давайте поговорим про машинку. У машинки литий-ионный аккумулятор. Вот на коробке вы можете видеть значок литий-ионного. 120 минут он работает, 150 минут он заряжается. А также есть LED-лампочка. У машинки роторный двигатель, мотор 6000, частота строк идет. Звучит он, сейчас я включу. Таким образом он звучит. Вес машинки всего лишь составляет 140 грамм. Машинка эргономичная, как вы видите. В руке он лежит хорошо. Маленький, компактный. Так что, кстати, машинка очень довольно легкая. Да, замечу еще раз. У машинки Т-образный ножевой блок, как вы видите. Высота среза составляет 0,2 мм. Не легкосъемный ножевой блок. Плюс ножевого блока еще заключается в том, что если вы открутите два болта, вы можете регулировать ход ножевого блока. Но я вам не советую, потому что ножевой блок и так на самом минимальном стоит. Так что, если какие-то вопросы будут дополнительные, всем спасибо за внимание. Кстати, подписываемся на канал, ставим колокольчики, чтобы увидеть новое видео, когда выходит. Ставим лайки. Так что, всем спасибо. Переходим на сайт zefsus.com, выбираем машинки. Макс, а ну ответь мне на вопрос. Из завода, который уже указанный, инструктаж, например, 0,2 мм, он выполняет эту функцию? Да, на 100%. А что ты... На самом деле все гораздо глобальнее. Эта машинка, мечта многих настоящих барберов, которые знают толк. Я бы на самом деле, как бы все настоящие барберы, перенастроил бы этот ножевой блок. Это позволит делать более четкие окантовки сразу же, причем не нажимая на машинку. То есть это будет делаться, это, только дотронулся, она уже снимает ровно, идеально ровную линию. Причем это добавит возможность тех, кто занимается всякими рисунками на голове. То есть при перенастройке она будет сразу снимать, как бритва. То есть будет работать и эта часть, и эта, ну, тачка-бомба. Я тебе рекомендую. Хорошо, спасибо большое тебе.